Let's have a nice welcome for Larry Scott. Для начала я хочу всех поблагодарить. Я очень ценю то, что вы нашли время, приехать сюда, уделили время на то, чем я хотел бы с вами поделиться. Может, я вам помогу, изменю взгляды на тренировки, а может, даже и на жизнь в целом. Для меня большая честь быть человеком, к советам которого вы, возможно, прислушаетесь, и я это очень ценю. Вот, пожалуй, и все вступление. Мы поговорим о секретах построения олимпийского тела. Я расскажу небольшую историю, ведь многие из вас только родились, когда я выступал на Олимпии. Так что я расскажу вам начало истории, а уже затем мы перейдем к главному. И я объясню, почему я считаю полезным то, чем я с вами поделюсь. Будучи ребенком, я жил в Покателло, в Оклахоме. Вот как раз моя фотография. На этой фотографии я справа. Не скажешь, что большой, верно? Я весил примерно около 50 килограмм. На моих ребрах можно было наигрывать музыку. Я ненавидел это. Это очень злило. Я хотел нравиться девушкам. Проходя рядом с ними, я хотел слышать ахи и вдохи. Но этого не было, и мне это не нравилось. Я хотел, чтобы меня любили, и чтобы мной восхищались. И в один день случилось нечто прекрасное. В этот день я обнаружил журнал Вейдера. Это было в 65-м году в газетной палатке. Я увидел этот журнал, и на его обложке находился человек, которого многие из вас знают. Стив Ривз, и он, ребята, был моим героем. Я повесил обложку у себя в комнате и постоянно смотрел на него. До этого я не видел спортивных журналов. Представьте мою реакцию. Я открыл этот журнал, и на первой странице статья Джорджа Пейна с заголовком «Вы тоже можете иметь такие руки за 30 дней». Я принес домой гантели, начал делать все эти забавные упражнения, и я понял, что такое памп. До этого я никогда не ощущал, что такое памп. Я закрывался в комнате, чтобы сестра не могла видеть, чем я занимаюсь. Я стоял, напрягая руку у зеркала. Охренеть, вот ты тут дур! Затем я снова возвращался к гантелям и снова закачивал мышцы. И я начал понемногу становиться больше. Вот так я попался на этот крючок. Я делал все упражнения в точности, как было написано, и начал расти. Я замечал изменения своих рук. Больше всего я работал над трицепсом. Вот фотография через 4 месяца. Посмотрите на меня. Я набрал массу. Я был очень горд этим. Это произошло летом перед переходом в старшие классы. А когда мы переходим в старшие классы, мы начинаем вальяжно ходить. Люди спрашивали меня: «Эй! Ты что, тягаешь железки?» «Да нет, ничего я не делаю». Но если бы все они знали, какого плохого мнения я был о самом себе до этого. Слышав подобное, меня просто раздувало от счастья. Это было великолепно. Я продолжил тренироваться. Но я хотел больше, чем просто трицепс. Ведь больше никто не тренировался, как я, в этом маленьком городке, о котором многие даже и не знают, в котором никто не знал ничего о питании. Мне пришлось выбраться оттуда и найти место, в котором люди знают что-то о питании. Я переехал в Калифорнию. И пока я понемногу становился сильнее, я познакомился с Винсом Жерондо и вступил в его клуб здоровья и начал учиться у него другим маленьким секретам. Он знал так много упражнений, он научил меня правильно держать снаряды, по-другому выполнять упражнения, и я начал лучше прогрессировать. Когда я смотрел на огромных парней из журналов и выполнял тренировки, о которых говорили они, я практически не прогрессировал. Мне было необходимо найти решение, которое больше бы подходило для середнячка, которым я был. Вот фотография после работы с Винсом через пару лет. Так намного лучше. Используя много разных подходов, я выделял один день в неделю, чтобы переварить все, о чем со мной поделился Винс. Вот еще через год я стал еще немного больше. Я постепенно обучался, становился больше. И дошел до мистера Калифорния, и для меня стало сюрпризом выиграть этот титул в 60-м году. Сам себе нравлюсь.
Вы можете заметить, как отличаются ребята сегодня от нас. Но через 10 лет вы не будете удивляться их размерам, потому что будут ребята еще больше. Они будут больше, чем вы сможете себе представить. Итак, это мистер Калифорния. Вот я через 2 года победил на мистер Америк. Через 7 лет мечта исполнилась. Я поселился в маленьком городке под названием Брихам, в штате Юта. Местная газета поместила на свою страницу мою фотографию. Мои родители гордились мной. Я вернулся домой настоящим героем. Только представьте, хрупкий парнишка из Покателло становится знаменитым. Кто-нибудь слышал про Гарольда Пула? В 21 год он победил на Мистер Америка. О нем говорили все вокруг. Этот парень надерет тебе задницу. Я соревновался с ним на Мистер Вселенная, и так и произошло. Тогда я проиграл ему. Это заставило меня стать немного скромнее. Ведь я считал, что я могу победить абсолютно каждого, но я не смог. Он победил меня. Черт, мне нужно поднажать. Я вернулся домой и начал готовиться к следующему Мистер Вселенной. И в следующем году, в 64-м, я победил на Мистер Вселенной. Я начал становиться больше. Я начал увеличивать размеры своих пушек. Начал удивлять людей своими размерами рук. Дальше я победил на Мистер Америка, Мистер Вселенная. Вот так нужно жить. Джо Вейдер завел разговор и сказал: «Ларри, все знают, как Джо говорит. Ларри, нужно сделать что-то новое. Например, Джо, мы придумаем новое соревнование. Только победители Мистер Вселенная и Мистер Америка смогут соревноваться на нем. Ну хорошо, как мы его назовем? Мистер Олимпия. Но это же название пива. А я же мормон, я не пью пиво. Но сам подумай об Олимпии. Мы назовем его Мистер Олимпия. Ну ладно. Я понял, что я буду соревноваться со своими кумирами, со всеми, чьи фото висели на моей стене. Стив Ривз, Билл Пёрл, все эти ребята. Но также я бы соревновался там с Гарольдом Пулом, а значит, это великолепный шанс надрать ему задницу. Итак, на следующий год я волновался и нервничал, ведь мне нужно было стать еще больше и стать рельефным. Но вопрос встал ребром, ведь я не обладал такими плечами, как все эти парни. Мне был нужен размер, чтобы выглядеть солидно рядом с этими ребятами. И с этой отправной точки я начну делиться с вами теми секретами, которым я научился, используя различные методы и всевозможные упражнения. Время мистера Олимпия было на подходе. Размер моих рук смотрелся довольно прилично. Мои руки и плечи росли дальше. И у меня была также хорошо прорисована спина. Конкурс проходил в музыкальной академии. На данный момент это здание уже снесено. Ларри слева на фото. Чак Сайпс посередине. И Серджио справа. Чак был ликвидирован первым, позади. Вторым я ликвидировал Серджио. И осталось еще трое. Вот мы стоим в ожидании выбора победителя. Я не мог в это поверить. Первый мистер Олимпия. Они одели на меня эту корону мистера Олимпия. Я так старался уложить свои волосы, и Джо одел эту штуку на мою голову. Я мог слышать звук, с которым корона прошкрябала по моим волосам. Черт, снимите это с меня! Хотя смотрится неплохо. Но я все равно ее снял. На следующий год я повторил победу. Победил на мистер Олимпия и окончательно решил завязать соревнованиями. Я начал тренировать других. У меня было столько записей. Я всегда записывал все, чему учился, и пока искал способы нарастить немного мяса на своем маленьком теле. И вот теперь поехали. Вы увидели, как я смог высоко забраться. Теперь я помогу вам. Давайте я поделюсь с вами тем, что помогло мне получить корону мистера Олимпия. Для начала я расскажу вам о моих плечах. Я расскажу о могучей тройке с гантелями. И в первую очередь я скажу вам вот что. Если вы хотите большие плечи, забудьте о штанге. Штанга будет убивать ваши плечи. А чтобы их вылечить, нужен минимум год. И это очень сложно.
Когда вы выжимаете гриф, вы выворачиваете суставы. Они двигаются неестественно, и вы найдете на свою задницу проблем. Вот жмете штангу. Вроде ничего не болит, но позже вы начнете изнывать от боли. Вы снова повторите цикл тренировок и поймете, что убиваете себя. И не можете тренироваться. Я не мог делать любимое упражнение – жим лежа, потому что на плечах большая нагрузка. Я вижу, кое-кто понял, о чем я говорю. Некоторые знают, что со штангой вы выворачиваете свои плечи, но гантели дают большую свободу движению. Ведь плечевой сустав вращается по кругу вот так. И с гантелями это возможно. А когда вы жмете штангу, плечи идут вот так. Вот о чем я хотел сказать сначала. Жимы гантелей. Обратите внимание на движение гантелей. Когда вы жмете, гантели нужно держать так. Именно так, потому что в классическом варианте вы включаете трицепс. Вы выжимаете гантели, и если большой палец выше, значит трицепс в деле. Но нам не нужно прокачивать трицепс. Мы пытаемся нарастить мяска на плечи. Мизинец должен находиться выше. Он должен быть выше всегда, когда вы делаете жимы. Плечи любят постоянное напряжение. Вы не дожимаете до конца, потому что там трицепс. И не опускайте низко, потому что там трапеции. Вы делаете движение между ними. Именно там плечи. И они обожают это. Когда вы будете попадать в это движение, вы тоже это полюбите. Потому что когда вы посмотрите в зеркало, «Черт, посмотри, как круто я выгляжу!» Как сейчас это называют? Пушечное ядро? Плечо. Прямо тут. Смотришь в зеркало. «Черт, я что, герой?» Да, совсем немного. Жим гантелей. И еще кое-что. Когда вы опускаете гантели, запомните это. Вы в три раза сильнее в негативной фазе, чем в позитивной. Используйте эту силу для себя. Выталкивайте гантели вверх и медленно опускайте. Убедитесь, что не опускаетесь слишком быстро. Не забывайте о пальцах. Мизинец остается вверху. Медленно опустили, снова вернули вверх. Медленно опустили, снова вернули вверх. И медленно опустили вниз. Вы можете попробовать это, даже сидя на своих местах. Если вы хотите большие плечи, чтобы мама не узнала. Ты кто такой? Я тебя не знаю. Мам, да это же я. Вот чего вы хотите. Стать таким большим, чтобы мама не узнала. И это хороший способ вырастить плечи. Плечи – это мужские мышцы. Поэтому многие пихают себе в пиджак плечики, чтобы казаться больше. Продолжаем тему. Середина амплитуды, гантели, а не штанга. Средний пучок – мышца, которую сложнее всего нагрузить правильно. Махи нужно делать перед зеркалом. Нужно обязательно видеть, как напрягается ваш средний пучок. Если в зеркале не видно напряжения, значит вы опустились недостаточно низко. И ваши локти в неверном положении. А значит, вы работаете не только средним, но и передним пучком. Если это так, и передний пучок очень сильный, у вас большие проблемы. Ведь он работает всегда. В жиме, на брусьях. А нужен средний пучок. Именно средний. Вот что нам нужно. Вам нужно делать локтями вверх. Локти должны быть выше кистей. Когда вы смотрите в зеркало, в верхней точке, вы должны видеть напряжение среднего пучка. Попробуйте с бутылками воды. Когда вы в верхней точке, вода из них выливается. Вернулись вниз и свели руки. Вот так. Одна рука у бицепса. Не вот так. У бицепса и снова немного выпрямились. Немного читинга, медленно опустили, читинг вверх. И снова повторили движение. Никогда не сжимайте трапецию. Если сократить ее, вы поднимете плечи, а не локти. Поднимая плечи, мы качаем трапецию. Вы поднимаете локти, слили воды с гантелей, немного читинга и повторили. Это сложно сделать правильно. Практикуйтесь с малым весом. Немного коммерции сказано. У нас в павильоне есть DVD с записью всех упражнений, о которых я говорю. Кратко напомню, гантели – это бутылки с водой. Сколько прошло, ребята, у меня ограничения.
Построение заднего пучка. Это совсем не сложно. Чем-то похоже на кроссовер. Исходное положение. Ведем мизинец вверх. Мизинец очень важен. Если вы хотите построить дельты, вам нужен сильный хват. Ведь нужно контролировать движение руки. Только так вы построите красивые плечи. Это настоящая мужская мышца. Хорошо, идем дальше. Важные моменты в построении дельт. Когда вы делаете жимы гантелей, всегда держите мизинец выше большого пальца. При опускании гантелей держите руки максимально широко, при этом не опуская мизинец вниз. Подняли вверх и опустили. Заводите локти назад, как только можете это сделать. Когда вы поднимаете локти, заводите их назад. Это строит задние и средние пучки, а не только передние. Я надеюсь, вам понятно? Представьте, что гантели — это бутылки с водой. Вы должны видеть напряжение среднего пучка в зеркале. Спускайтесь вниз по весам, смотрите в зеркало и наблюдайте напряжение среднего пучка. Если все именно так, вы идете в правильном направлении. Дельты любят постоянное напряжение, но не полную амплитуду. Я не знаю почему, но у каждой мышечной группы есть своя особенность. Дельты любят обратную пирамиду. 30, 25, 20 и так далее, без отдыха. Они любят постоянное напряжение. Они не любят прямые локти. Им не нужна нижняя амплитуда. Они любят треть амплитуды. Если вы попробуете, вы тоже полюбите. Черт, я никому об этом не скажу. Это очень хорошо. Дельты любят жжение. Если вы очень хотите дельты, есть еще одно упражнение. И я думаю, никто из вас его не видел. Я сам узнал о нем только месяц назад. Я бы вам не рассказал. Я бы убил вас, узнай вы об этом. Робби Робинсон использует его всегда. Когда вы закончили тройку этих упражнений, возьмите гантели потяжелее. Все, что вам нужно, это тянуть ваши локти в наклоне как можно выше. Примерно вот так. Не отходя от стоек. Используйте большой вес и тяните эти кувалды. Махи в сторону лежа. Это хорошее добивание ваших плеч. Стив Рис очень любил это делать. Серж Нюбре, кто-нибудь знает это имя? Он тоже делал это с малыми весами. Вот как это выглядит. Как всегда, мизинец верхней точки выше большого пальца. Все тот же фокус. Нужно видеть, как напрягается средний пучок в зеркале. Работать нужно с малым весом. Люди будут смотреть на вас. Да ну его, лучше тяжелые веса. Это пустая трата времени. Продолжаем поджигать наши дельты. Машина для махов сидя. Это великолепно. Вы это полюбите. Сели в тренажер. Суставы не выворачивают, а со штангой выворачивает. Оклоняетесь вперед, головой вперед, а не наоборот. Тренажер у вас за головой, спина не меняет положение. Нам не нужна ее помощь. Сидите в тренажере так, почти как с гантелями. Разводите в стороны, но не забываем о локтях. Локти уходят назад. Это отличный вариант закончить вашу тяжелую тренировку плеч. Если вы откроете глаза, вы увидите еще одно упражнение, которое разорвет ваши плечи. Вот сама фотография. Чем выше вы можете сидеть, тем ниже вы можете опустить, прямиком туда, где включается средний пучок. Медленно поднять вверх и снова опустить. Это круто! Хотя не знаю, что об этом думала мама. Вращайте локти, поднимайте сиденье для лучшего опускания. А вот еще кое-что, чего вы до этого, скорее всего, не видели нигде. Я был таким чайником. Всегда думал, скорее всего, и вы тоже. Когда я делал трицепс в наклоне и пуловер французский жим, я делал их для трицепса, ведь они же для этого, верно? Но мои плечи тоже уставали. И мои плечи тоже работали. Минуточку. Если плечи устают, может быть, они тоже работают? Если вы поймете это сейчас, возможно, вы сможете обогнать и меня. Я начал это использовать.
Я скажу вам, когда вы начнете это делать, вы не захотите, чтобы кто-то узнал, зачем вы это делаете. Вы опускаете гантелю, будто хотите делать тягу. Дотягиваете локоть за спину, разгибаете локоть и выкручиваете гантелю так, чтобы блины смотрели в сторону. Опускаете гантелю и поворачиваете в исходное положение. Делаете пулловер. И я вам клянусь, это просто великолепно. Это просто фантастика. Вам нужно попробовать. К сожалению, у меня нет фотографии, но я подумал, почему бы не попробовать с гантелями. Как это будет? Я пробовал и понял, что это намного лучше. Довел смысл. Девушки, как вы? Что я тут делаю? Средний пучок? Я не хочу этого слушать. Разговоры о построении больших плеч. Да, но нам нравятся большие плечи. Отнеситесь с пониманием, ладно? Используя данные трюки, даже человек с не очень хорошей генетикой, как я сам, может построить неплохие мышцы. Вот хороший пример. Довольно неплохо, а? Даже в сравнении с большими ребятами сегодня. В те дни зрители уничтожали меня на сцене Олимпии. Еще! Еще! Вы обо мне? Подъем штанги на бицепс на скамье Скотта – это лучшее упражнение для развития низа бицепса среди найденных мной. Когда я был юным парнишкой, занимался продажей газет, я частенько прогуливался около газетных палаток и читал спортивные журналы. И в одном из них я увидел фотографию парня, который показывал бицепс в растянутом положении. И он смотрелся огромным. Вот это была рука. И неважно, была ли рука разогнута, или же она была согнута. Но даже в разогнутом положении она была огромной. И я начал делать так. А потом Джеронда сказал мне: «Ларри, это все, что тебе нужно». Но это больше звучало как «отвали от меня», но как новый вид тренинга. Сгибание с читингом. Начнем с убойной тройки. И первое – сгибание с гантелями на закругленной скамье Скотта. На закругленной потому, что на ровной она не хочет включаться. И ограничитель таза. Потому что если вы попробуете это раз, так что руки должны быть дальше таза. Так что эта точка должна быть дальше. А в том случае, если точка у таза, это не сработает. Нужен округлый верх. Вы берете такие гантели, с которыми можете сделать 6 повторений. Можете читинговать, сколько влезет, но вы должны плавно опускать вниз. Должны опускать до конца. Не нужно частичных подъемов. Мало кому нравятся медленные, жгучие опускания до самого низа. Опускаем до самого конца. Короткий отдых. Снова подъем. Доводите гантелю. Можете читинговать, если хотите. До верха. Но внимание, не слишком яркий читинг. Делайте 6 повторов до жжения. Как видите, я опускаю до конца. Опустил, вдохнул разок, поехали дальше. И вот еще один ключ из этой могучей тройки. Это штанг и строгое выполнение. Вы поднимаете, не сгибая предплечье. Опускаете до самого конца. И когда вы опускаете, вам уже нельзя читинговать. Вы поднимаете штангу вверх. Вам нужно просто поднять ее вверх. И при этом всегда держать бицепс в напряжении. Ведь с гантелями мы помогали предплечьями. А теперь нам нужно отдать всю нагрузку бицепсу. А он работает прямо в самом низу. Вот тут. Нижняя часть бицепса. Вот в этой части. Это и есть низ бицепса. Вам нужно работать в самом низу амплитуды. Вы поднимаете, медленно опускаете. Также 6 повторений до жжения. Ощущение, как будто за руки лошади тянули. Длительная сильная боль. Но ваши руки отлично растут. И заканчиваете эту тройку подъемом из Z-грифа обратным хватом. Давайте быстренько пройдемся. Важные моменты в построении округлого бицепса. Разгибаем руки до конца и не скручиваем кисти. Работайте над сильным предплечьем, потому что, работая над бицепсом, вы ошибаетесь не вверху, вы ошибаетесь внизу. Вы просто не можете начать. Построив предплечье, вы сможете начать, ведь ваше преимущество в полноценном движении. Так вы сможете разработать большую силу. А значит, нужно работать над предплечьями. Все мы знаем, что это нравится девушкам. Они любят большие мужские предплечья.
Старайтесь выполнять сгибания с гантелями наиболее технично. Именно это ключ к росту. Локти ближе, кисти дальше. Только в таком положении вам удастся проработать нижнюю часть бицепса. Отдыхайте между подходами ровно столько, сколько делает подход ваш партнер по тренировке. Паучьи сгибания. Лучшее упражнение для пика бицепса, которое я смог найти. Среди вас кто-то слышал о таких сгибаниях? Они называются паучьими из-за положения ног. И это великолепное упражнение, особенно для пика. Вот фотография, где использовал скамью Скотта для низа. Как видите, бицепс упирается в локоть. Это только округлая скамья. А вот фотография, когда я убрал округлую скамью и начал делать паучьи сгибания, которые только для пика. Вы можете видеть сами. Я думаю, разница всем видна. Если у вас есть округлая скамья, используйте ее обратную сторону для пика. Это не так хорошо, как паучья, но для пика это намного лучше, чем обычная наклонная скамья. Вот и все, что нужно, если вам необходимо прокачать низ и увеличить сам пик. Стройте все три головки трицепса. Была у меня фотография, и как по мне, она была превосходной. О, man, that looks so great. What happened? I lost it. Oh, shucks. No, no, it's coming later. That's right. Okay. Triceps. Man, I'm going to get through this. Самая большая часть трицепса – это длинная головка. И она не работает достаточно ни в одном положении. Если вам необходимо построить длинную головку, вам нужно выпрямить руки прямо над головой. Потому что она крепится под задней дельтой. И чтобы ее растянуть, нужно вытянуть руки над головой. В таком положении она не включается. Работает латерально и медиально. Если вам нужен большой и округлый трицепс по всей руке, вам нужно принять такое положение. Либо встать на колени, поднять локти над головой. Внешняя головка трицепса включается во многих положениях. Все эти движения задействуют внешнюю головку. А чтобы включить все три головки, вам нужно делать жим лежа узким хватом. Для построения длинной головки следуйте следующим принципам. Локти должны быть выше головы. Добивайте трицепс растяжкой в кроссовере с коротким изогнутым грифом. Добивайте внешнюю головку любым изолирующим движением, пока ее не начнет сводить. И, наконец, стройте все три головки трицепса жимом штанги узким хватом. Это для трицепса. Округлая скамья, паучьи сгибания, трицепс, работа над предплечьями. Купи построит вам руки, похожие на эти. Видите это предплечье? Включайте в тренировки предплечья. Используйте обратный хват. Без сильных предплечий вы никогда не построите большой бицепс. Как сделать низ живота плоским, без подъемов ног и скручиваний? Середина тела – это красные мышечные волокна. Это не белое мясо. У утки все волокна красные. Подбросите ее, и она улетит на Аляску. Возьмите курицу, белые волокна. Подкиньте, и она снова в руках. Утка – это красные волокна. Когда вы грузите красные волокна упражнениями для белых, они начинают ныть и выпрашивать отдых, потому что они не могут так работать долго. Они не хотят этого делать, они хотят лететь на Аляску. Но если вы научитесь давать этим волокнам те упражнения, которые они хотят, ваша талия будет просто сдуваться. На чем вам нужно сосредоточиться, это именно низ, потому что это проблемная зона. Я всегда использовал подъем ног и скручивание. Моя жена говорила: «Как ты можешь столько тренироваться и не убрать живот?» Вот тогда я задумался над разнообразием. И второе, я наконец хотел узнать, как же работает этот чертов низ живота. Среди всех людей это самый популярный вопрос. Спросите кого угодно, он ответит, что не знает, как работает чертов низ живота. Ведь когда вам уже за 30, ваши органы начинают давить вниз, выдавливать наружу вашу нижнюю часть пресса. Они начинают сползать все ниже и ниже. Живот выпирает, поясница сгибается, у вас очень сильно искривляется спина, выпирает пузо, и в конечном итоге, занимаясь сексом, вы закрываете половину жены. Вам нужно делать это упражнение наедине с самим собой, потому что это очень пошло.
Вам нужно поднимать таз вверх. Убедитесь, что вы делаете это, как будто занимаетесь сексом, будто хотите загнать свой молоток, и все эти мышцы начнут поднимать ваш живот, потому что именно они все держат. Когда вы научитесь это делать, даже ваша осанка выправится. Помните о красных волокнах. Когда они расслаблены, они не растягиваются до конца. Они расслабляются за секунду до напряжения. Когда я начал делать это, по утрам я хлопал по животу, он был плоский. Я спрашивал девушек, почему им нравится плоский живот. Я знаю, почему мужчины это делают. Так они кажутся больше. Но девушки не хотят быть больше. Они говорят, что это просто сексуально. Я понял, что неважно в каком возрасте, плоский живот красиво смотрится и на парнях, и на девушках. Вы должны научиться доводить пресс до судороги. Now, I don't have enough time to go into that, but...